Приветствую всех, дорогие друзья! В этом ролике собраны самые интересные новости железа и игр, поэтому досмотрите его до конца, чтобы быть в курсе происходящего. И с вашего позволения, я хочу начать с еще одних тестов Ryzen 7 5800X3D. На этот раз новинку AMD протестировали Tech Power Up, хотя эмбарго на обзоры все еще висит и спадет только завтра. Официальные же продажи начнутся 20 апреля, а сами Tech Power Up не подписывали эмбарго, поэтому и сделали независимый обзор, как Sanso Gaming. Для тестов они использовали X570 Gaming Plus с памятью DDR4-3600 CL16 и картой RTX 3080. Тестов в рабочих задачах была целая куча, но если провести некую среднюю, то 5800X3D выступает примерно на одном уровне с 5800X. Где-то он ощутимо отстает, а где-то опережает, но в целом это плюс-минус тот же 5800X. В исключение можно добавить бенчмарк WinRAR, где дополнительный кэш довольно сильно сказался на производительности. По сути, вся фишка дополнительного кэша раскрывается в играх, по крайней мере, если смотреть на тестирование Tech Power Up. Если раньше мы знали, что он обеспечивает дикий прирост FPS в Ларке, Ведьмаке и Final Fantasy 15, то теперь к ним смело плюсуем Borderlands 3. Также в пятом Far Cry заметно ощутимое превосходство над конкурентами, а как мы знаем, эта игра очень сильно полюбляет одно ядро. Остальные же тесты в 720p примерно одинаковые, и там 5800X3D выступает на уровне 12900K. По среднему результату из всех тестов 720p новинка уверенно дышит спину 12900KS, равна 12900K и существенно оторвалась от 5800X на 11%. В разрешении 1080p картина повторяется, и 5800X3D в среднем равняется флагманам Intel. Однако есть игры, где новинка проиграла даже 5800X. Например, такое случилось в CSGO, где большая частота позволила выдать больше кадров. По среднему значению из тестов 1440p новенький 5800X3D является лидером, хотя отрыв от флагманов Intel в районе 1%. А если посмотреть на средние результаты в 4К, то тут мы скорее всего увидим упор в GPU, так как результаты почти одинаковые у многих процессоров. Подводя итог, обзорщики делают вывод, что в рабочих задачах этот процессор показывает себя неплохо, но из-за заниженных частот иногда проигрывает 5800X. Исключением они также делают WinRAR, где кэш дает около 30% производительности. Но если говорить об играх, то они называют его лучшим игровым процессором после 12900K и KS. К тому же они называют прибавку в 43% в Borderlands 3 и 35% в Far Cry 5 реальным прорывом технологии AMD. Подводя итоги из этого теста, могу сказать, что это однозначно хороший игровой процессор, мощь которого точно понравится всем геймерам. К тому же он стоит дешевле 12900K, и его можно установить в недорогие материнские платы на чипсете B450. К явным минусам стоит записать, конечно же, сниженные частоты по сравнению с 5800X и невозможность разгона, но это в целом не мешает ему быть в топе. А в описании я оставил ссылку на обзор Tech Power Up, и там же есть ссылки на мой новостной телеграм-канал и на другие платформы, где также выходят ролики. Кстати, что касается разгона 5800X3D, то AMD говорили, что они жестко его запретили, дабы физически не повредить Infinity Cache. Но энтузиасты уже полезли разбираться с этой проблемой, и вот, например, скрин 5800X3D на частоте 4822 МГц. Автор скриншота говорит, что ему удалось разогнать камень через Asus Voltage Suspension на плате ROG Crosshair 8 Extreme. Оперативная память DDR5 уже начала свое шествие по рынку благодаря платформе Old Lake, но пока что это низкие частоты и высокая цена. Сейчас же компания AMD пообещала исправить как минимум первое и дать планкам работать с намного более высокими частотами при разгоне. Говорится, что наша первая игровая платформа на DDR5 это Рафаэль. А одна из замечательных особенностей Рафаэля заключается в том, что мы действительно собираемся произвести большой фурор с разгоном. Скорости, которые, как вы вероятно думали, невозможны, будут возможны. О каких именно скоростях идет речь, неизвестно, но будем надеяться на сюрприз со стороны красных. По данным отраслевых экспертов, проблемы с поставками чипов должны начать решаться тогда, когда новые заводы по производству кремниевых пластин введут в эксплуатацию. Недавно компания Volkswagen предсказывала, что дефицит сохранится до 2024 года, и в таких ожиданиях она явно не одна. Исследовательская компания TechZ предупредила о том, что спрос на кремниевые пластины, которые являются заготовками для производства чипов, будет выше предложения до конца 2023 года. Это, в частности, вызовет нехватку некоторых типов полупроводников и рост их цен. Другими словами, дефицит связан не только с возможностями производства самих полупроводников, но и с нехваткой самих пластин.
По данным TechZ, поставщики уже запрашивают более высокие цены по контрактам, в частности для оплаты инвестиций в новые предприятия. А проблема частично потеряет свою остроту только тогда, когда новые заводы смогут удовлетворить спрос индустрии. Еще интересно, что повышенный спрос на кремниевые пластины наметился еще с 2020 года, но только в последние месяцы их поставщики анонсировали планы строительства новых заводов. А для строительства и ввода предприятий в эксплуатацию потребуется порядка 2 лет. Ожидается, что в текущем году доходы от продажи пластин составят 15,5 миллиарда долларов, что на 14,8% больше, чем в 2021 году. И тут важно отметить, что такого двузначного роста не наблюдалось более десятилетия. Ну а еще больше новостей вы можете найти в моем телеграм-канале. А я, как всегда, хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает ролики лайком и копеечкой. До скорых встреч, друзья!